Ну и такой курьезный пример расскажу о себе, да. Мы когда-то год назад, ну вот я по себе поняла, что я очень, когда много принимала таблеток, да, у меня в 18 лет, уже даже в 20, да, было ужасное состояние здоровья. Я себя очень плохо чувствовала в связи с тем, что у меня уже началась лекарственная болезнь, и любые препараты, я сразу их как бы отторгала и не могла вообще принимать ничего. Именно потому, что уже, ну, уже почки начали там плохо работать, и я даже обращалась там в больницу именно по вопросам почками, и у меня был почечный приступ 2 раза. Соответственно, такой сложный был, ну, момент, потому что мне было, это, я была еще очень молодая, но при этом это было очень неприятно, больно, и я понимала, что как бы дальше может быть только хуже. После того, как мы прошли первый раз очистку, потом еще, ну, второй раз, и дальше мы уже пользовались только приборами, перестали пользоваться вообще таблетками, я поняла, что я чувствую себя как в 15 лет. У меня начало улучшаться состояние кожи, потому что кожа всегда была, ну, если большая интоксикация, то она сразу видна на коже. Да, и, ну, и как бы вот много разных факторов, и волосы начали улучшаться, все начало улучшаться. Я начала чувствовать себя как в 15 лет. И, ну, я думала, ну, я же молодая, это мне так кажется. Вот. Но как-то случайно мы попали в одну сетевую компанию на проверку как бы биологического возраста. И самое интересное, что там было, ну, были разные люди, были люди, которым там всего 40 лет они прошли проверку, и им аппарат показал, что им уже за 50-56, потому что у них лишний вес там. Ну, в общем, куча всяких вопросов по здоровью. Когда мне сделали это тестирование, ну, я была в шоке, потому что мне показалось, что мне 15 лет. Я как себя чувствовала на 15 лет, так он и показал. Ну, конечно, в силу того, что еще мне там не было большого такого возраста, да, и так далее. Но, тем не менее, мои чувства подтвердил первый раз этот аппарат. Но время дальше как бы продолжало идти, и недавно со мной тоже произошел курьезный такой случай. Я была там, ну, скажем так, сильно спешила, была одета так очень по-спортивному, с хвостиком, в общем, без макияжа, летела куда-то там по делам, все такое прочее, тут ребенка дома оставила, ну, знаете, когда есть ребенок, оно там куча всяких дел, пытаешься выделить минутку, чтобы что-то порешать. И тут, ну, незнакомые мне люди, они подумали, что я старшеклассница. И они начали так со мной общаться, я думаю, что они так ко мне на «ты» говорят, так, ну, как бы, ну, вообще, ну, просто, как бы, ну, как-то так не, уже было непривычно за то время, что уже скоро 30 лет, через пару лет, ну, через полтора года, вот. А они так мне на «ты», они говорят, так ты ж в 11 классе учишься. Наверное, я говорю, так, какой 11 класс? Я уже институт закончила более 5 лет назад. Вот, ну, в том плане, что они говорят, там, мы просто так подумаем, что, ну, как бы, состояние, ну, самой кожи, состояние, ну, как бы, фигуры не показывало, что я... Наоборот, им казалось, что я как бы как школьница, что я такая молодая. Конечно, если бы я одела костюм, они бы подумали, что мне 20. Там с чем-то, да, ну, они бы уже поняли, что я постарше, но тут, как бы, в такой ситуации они подумали, что я школьница, да. Поэтому даже, ну, они тоже увидели, как бы, вот это состояние, что, на, как я себя чувствую. Поэтому в любом возрасте можно чувствовать себя хорошо, и я просто так села и подумала о том, что на самом деле это результат также и прибора, да, что то, что человек не принимает таблеток, и он имеет даже возможность, я не ставлю на какие программы на омоложение, да, никакие программы, которые бы там на что-то такое могли повлиять, но тем не менее косвенно он все равно будет получать результаты, все равно очистка организма, она будет работать только в лучшую сторону, а не в худшую, да, и в любом случае таким образом проще всего сохранить здоровье и долголетие на долгие годы, причем не колоть при этом ботоксы, какие-то там еще вещи, которые на самом деле, ну, вредят здоровью, они улучшают его, не делать пластических операций, каких-то хирургических вмешательств, но и что самое главное, чувствовать себя хорошо, чувствовать своим организмом себя молодым, да, что, конечно, важно в первую очередь. Потому что еще внешние моменты это одно, но внутренние это намного важнее.
быть здоровым, красивым и знать, что это надолго. Да? С помощью приборов Smart Life все в ваших руках. Пользуйтесь приборами Smart Life, будьте активными, здоровыми и красивыми на протяжении долгих лет.